Извините, что не с самого начала начал запись. Ну, так скажем, сомневался, делать, не делать. В последний момент решил записать. Я делаю на 400 грамм масла, то есть на 2 порции корзиночек. У меня здесь 22 формочки. 400 грамм масла. На 400 грамм масла 300 грамм сахара. Пакетик ванильки. Пол чайной ложечки соды. 6 яиц. Щепотка соли. Порядок изготовления песочного теста. Размягченное сливочное масло 400 грамм. Где-то минуты 3 миксером взбиваю, добавляю 300 грамм сахара. Ну, лучше, конечно, сахарную пудру, но не хотел заморачиваться по этому вопросу, сразу добавил сахар. Затем 6 желтков. Белки у меня остались, вот они, белки для крема. Завтра буду крем делать, белково-заварной крем. 6 желтков. Все это взбиваю, перемешиваю. Не на очень сильной, не на очень большой скорости миксера, так чтобы однородная масса получилась. Потом добавляю соль, ванильку и соду. Все это вот в данный момент я перемешиваю. Перемешиваю до того момента, как у нас на ощупь, будем так говорить, не чувствуется, как только крупинки сахара грановой не будут ощущаться. Значит, после этого всыпаю 700 грамм муки. Ну, пока еще сахар остывает. О, можно всыпать муку. Вот высыпал 700 грамм муки. Видите, сколько много муки. Поэтому ложечкой сначала. Ложечкой перемешиваем, ложечкой. Желательно ложечкой, чтобы тесто у нас не забилось, не стало тяжелым. Сейчас мы это дело все перемешаем. Ну, я остановлю запись. Одной рукой неудобно. Продолжаю месить тесто. Видите, поменял ложечку на лопатку. Вот. Не знаю. Такое вот у нас тесто получается. Сейчас еще немножко взбиваю. Потом будем выкладывать. Расстилаем пленку и выкладываем тесто. Так мы его выкладываем сюда. Ну, в общем, выкладываю тесто, которое у меня образовалось. Вот он. Сворачиваю. И минут на 20-25 в холодильник ставлю для охлаждения. Потом раскладываем тесто по формочкам. Вот, берем. Так оно раскатано у меня. Берем. Проблема. Вот. И разминаем. Ну, одной рукой неудобно, поэтому я выпечаю. Первая партия корзиночек готова. У нас осталось еще немножко теста.
Но это мы уже будем, доктор, не хватило просто формочек. Но формочки мы докупим в следующий раз будет. Так что ждем, когда разогреется духовка. Духовка должна разогреться до 200 градусов и будем выпекать 15-20 минут. Печку на нижний подогрев, чтобы верхние не подгорели. Корзиночки у нас готовы. Их получилось 32 штуки, хотя можно было бы и сделать больше. Из этого теста могло быть и 42, потому что первоначальные корзиночки получились толстоваты. Хотя боялся, что будут дырки, но нет. Вот последние они так, последние 10, такие более-менее. Сейчас наша задача, что? Да, если вы заметили, шоколад в корзиночках. Для чего? Шоколад в корзиночках для того, чтобы тесто не размокло под от сока вишни. Вот у нас вишня свежезаморожена. Мы эту вишенку кладем вниз на дно корзиночки. Вот так вот мы разложим. Разложим вот эти вишенки. Вишенки мы раскладываем. Вот так вот берем сюда. И вот так будет пикантно. Вот. И сейчас еще задача подготовить крем. Как я делаю крем белково-заварной, я вам показывать не буду. Вы это можете увидеть на других сайтах. Не надо обижать авторов. Заходите, смотрите. Ну, можно и у меня на страничке посмотреть. Когда я делал торт «Два сердца», там я подробно описал, как я делаю белково-заварной крем. Ну, рецептов масса в интернете. Выбирайте, какой вам больше подходит. Я сейчас займусь кремом. Взбивается. Вишенки на местах. Сироп варится. Все по плану. Крем взбивается. Крема много. И белков. Но лучше пусть будет больше, чем меньше. Скоро взорвется. Итак, крем готов. О, какой классный крем. А на вкус наведение. Да, сейчас приготовим краски, приготовим мешки и будем заниматься. Пусть остынет немножко и будем заниматься украшением. Итак, у нас 4 мешочка с разным кремом разного цвета. Вот у нас подготовлены кулечки, насадочки, шляпки для грибков. Сейчас будем что-то делать. Так, возьмем еще стакан. Этот мешок у нас будет для базового крема. Вот мы его сюда. Насадки у нас как работали. Вот.
Так, ставим сюда, чтобы ножки для грибочков сделать. Так, где у нас будут грибочки? Ну, давай будем. Так, ну-ка, давай-ка. Теперь так. Вот. Шапочку. Шапочку. Грибочку. Шапочку. Чтобы он не завалился. Так вот, шапочку, так вот, шапочки, грибочку.
пополам выкрутились из сложившейся нелегкой ситуации. Я имею в виду недостаток крема. Выдавил из пакетика все, что было. В смысле, из мешочков. Ну, в общем, получились какие-то тут наподобие подсолнухов. Ну, тоже ничего. Это для тех, кто не любит много крема. Вот видите, тут повыдавливаю. Тут нет зеленых листиков. Беленькие. Тут вот зелененькие. И даже желтенького на базу понатыкали. Вроде как на подсолнух похоже. Ну, что-то на безрабье, на безрыбье и рак рыба, да? Так вот и у нас. Если нет крема в достаточном количестве, будем экономить. Вот мы его сэкономили. Сейчас что-то на блюдо выложим. Что-то получится. И помоем посуду. Посуду, да. В общем, получился вот такой натюрморт. Вот такие вот капкейки. Кариночки, капкейки. Как хотите, назовите.